Я хочу, чтобы вы поняли глубину этого сообщения. Где-то в отдаленном уголке этой огромной планеты есть кто-то, кто испытывает к вам непередаваемое чувство, питаемое вашими достоинствами и действиями. Божественные сущности утверждают, что вы – редкая жемчужина, обладающая великодушным сердцем и непревзойденной внутренней силой. Важно осознать, что вы – выдающийся человек, чья отличительная черта – неутомимая доброта и непоколебимая решимость. Ваше присутствие излучает уверенность и вдохновляет всех, кто имеет счастье делить с вами моменты, готовы помогать и вдохновлять, показывая всем, насколько вы удивительны. Ваше исключительное интеллектуальное развитие, горячая решимость и способность преодолевать самые сложные препятствия заслуживают не только признания, но и восхищения. И что еще более удивительно, кто-то, наблюдая за вами издалека, наконец решил открыть свое сердце и поделиться чувствами, который так долго хранил в секрете. Этот человек жаждет идти рядом с вами, и все указывает на то, что чувства взаимны. Божественные сущности говорят, что это часть большого космического плана, и Вселенная действует в вашу пользу. Вам даны знания и благословения, чтобы продолжать освещать мир, внося значительный вклад в жизнь окружающих вас людей. У вас есть дар влиять на многих людей, мотивировать их и оставлять глубоко позитивное наследие. Поэтому продолжайте быть собой, цените свою сущность и не позволяйте никому затмевать ваш свет. Вы уникальны и обладаете уникальным талантом, который миру так необходим. Помните, что когда вы действуете, вы делаете это искренне, и космос неустанно работает, чтобы отплатить, даже если вы не ищете вознаграждения. Это делает вас таким особенным и магнетичным, привлекая хорошие вибрации и решая проблемы с легкостью. Заканчивая молитвой в вашу честь, Господи, мы благодарны за Твою вечную любовь и за подарок этого замечательного человека, который нас слушает. Пожалуйста, продолжай защищать его, даруя мужество и силу продолжать распространять добро. Помоги ему делать разницу, проявляя заботу каждый раз. Мы верим в тебя, зная, что ты всегда покажешь путь, даже в самых сложных ситуациях. Аминь. Точка. Если это сообщение тронуло ваше сердце, повторите за мной. Я благодарен за возможность положительно влиять и приносить радость людям вокруг меня. Я верю в свою способность преодолевать препятствия и находить решения. Я заслуживаю всей любви и поддержки, которую космос может мне предложить. Аминь. Точка. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы найти свою родственную душу? Похоже, в вашей жизни начинается новая духовная глава. Вас ждут большие перемены и сильные эмоции. Но знайте, что вы не одни в этом путешествии. Другая душа, ваша родственная душа, появляется на горизонте. Сегодня я предлагаю вам взглянуть на эту душу. Нажмите на ссылку, чтобы узнать больше. Космос организует вашу встречу. Сможете ли вы ее узнать? Или она появится как любовь, которую вы всегда желали? Могут быть скептики, но, услышав истории людей, которые видели похожие портреты и находили свои родственные души, вы будете поражены. Когда вы позволяете Вселенной направлять ваш путь, результаты действительно удивительны. Не упустите шанс узнать портрет вашей родственной души. Нажмите на ссылку, чтобы узнать больше. В следующем видео вас ждет особое сообщение. Уделите время, чтобы обдумать эти слова. Знайте, что вы любимы и защищены космосом. Напишите «Аминь», чтобы принять это сообщение и все его благословения.
призываю других оставлять положительные комментарии, потому что Вселенная воспринимает это как проявление любви, распространяющей хорошие энергии. Вместе мы можем поднять друг друга и распространять позитив. Аминь.